Фрагмент 181 серии турецкого сериала «Доверенная». В последнее время Сахер очень расстроена. Она считает, что она является обузой для Ямана. Она ему говорит, что она не может ходить и как она будет дальше жить. И в первую очередь будет сложно всем с ней жить, потому что ее все будут опекать. Находясь в спальне, она с Яманом разговаривала. Но Яман начал ее успокаивать. Он говорит ей, даже если она не сможет ходить всю его жизнь, он не оставит ее в покое. Сиделка спрашивает Викбаль, почему она так хочет покончить с этой девушкой, почему она хочет убить Сахер. Она говорит, что она заслуживает все богатство крымское, и она сделает все для того, чтобы его заполучить. Яман взял Сахер, и они пошли на прогулку. В парке они сидели, смотрели на закат солнца, и Яман рассказывал ей, что он готов бороться за нее и бороться за ее здоровье, и он хочет, чтобы она также поверила в свои силы и в то, что она сможет ходить. Зухаль начала командовать в тюрьме и говорит, что она будет единственным телефоном, по которому она сможет с ними общаться, когда она выйдет на свободу. Сахер услышала, как кричит Юсуф. Она попыталась встать с кровати, но не смогла, упала. Она начала ползти и говорить Юсуфу, что она сейчас поможет ему.